Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся мы, верующие. Приветствую всех с парка Киото. Сегодня 17-е Нисана, продолжение праздника Пасхи Господней. Вот, и по библейскому календарю, еврейскому календарю Пасха уже давно идет. По католическому она вчера как раз была, значит, по православному, церковному она будет еще позже. Но лучше поздно, чем никогда, конечно. Вот, но самое главное, конечно, даже не в том, мы в правильную дату, не в правильную дату празднуем Пасху, а самое главное, конечно, что наша Пасха – это сам Господь Иисус Христос, Агнец Божий. Агнец Божий, закланный, от века закланный, Агнец Божий, который взял грехи всего мира на себя и ранами которого мы исцелены, жертвы которого спасены. И Бог во Христе примирил с собой мир, и мы возвещаем смерть Господа Иисуса Христа. Сегодня я тоже здесь вот в этом парке взял фотоаппарат, много снимал, потрясающее утро было, ну оно сейчас еще утро, просто было вот раннее утро, просто было потрясающее, вот, по цвету, свету, ну уже без 10:08, вот так что, да, значит, и знаете, друзья, Господь действительно, Он благой, и каждым утром вот душа человеческая, она как-то больше восприимчива. Я это по себе смотрю. По себе смотрю. Вот даже вот сейчас солнце чуть уходит в сторону. И уже, слушайте, уже другой совсем какой-то интересный вид. Да. Вот и поднимает солнце, все преобразует вообще. И вот так же в нашей душе. Знаете, когда солнце правды сияет в нас, то мы все видим в Божьем истинном свете вообще все. Слава Богу. Так что, друзья, с Пасхой продолжающейся, это неделя мацы, опресноков. У меня с собой в парке здесь тоже маца. Я всегда беру с собой мацу. Да, вот опресноки у меня с собой. Ем мацу, рассуждаю. О смерти моего Господа и жизни. Да. Когда хрустишь это мацой, то как-то лучше доходит понимание такое, возникает, что действительно Бог нас видит бесквасными, чистыми. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Он дал нам прекрасный образ. Квасное, то как порок лукавства, да, образ порока лукавства, то есть греха и лицемерия. Вот, а маца – знак чистоты и истины, знак безгрешности. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот, и всю неделю то хрустим мацой до субботы, вот, вот, и эту неделю я здесь, в Киеве, и следующее воскресенье, получается, 28 число, по православному календарю будет Пасха. Я хочу посетить как раз служение ночью в Михайловском Зловерхом монастыре, в Владимирском соборе, в Лавре, то есть в разных, получается, побывать в течение ночи. Побывать, ну, в трех, может даже в четырех разных очень даже местах и, да, здесь в Киеве.
Ну, а под утро уже быть у нас уже. Потому что в 9 утра у нас на Кловской будет служение. Вот, и с 9 до 12. Ну, до полдвенадцатого, я думаю. Вот, и уже потом, сразу после этого служения нашего, вот, еду на Рыбальский остров. Там буду проповедовать. Или Рыбальский полуостров, можно сказать так. Там буду проповедовать в Доме культуры, там служение церкви с таким великолепным названием «Иисус Христос. Путь, истина и жизнь». Вот, так что добро пожаловать. Если вы где-то там живете, на том берегу, где-то в той стороне, то приходите на служение. Адрес, расписание я все выставлю в сети чуть позже. Вот. Уже сегодня-завтра будет информация полная у меня. Ну, как не информация, а как это, афиша, там, объявление, которое выставлю тоже в социальных сетях как раз. В частности, вот на Фейсбуке выставлю обязательно, чтобы пригласить как раз всех киевлян, кто там на правом берегу. Вот. Да и на левом тоже можно чушь приехать. После обеда будет дело. Вот, слава Богу. Так что с утра можете на Кловской быть, а после обеда там на Рыбальском. Хочу поделиться тоже Словом Божьим. Вот как раз наша Пасха Христос. Наша Пасха Христос. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И душа человеческая, я это по себе вижу, как я вот говорил выше, да, что действительно утром как-то более восприимчиво, что ли, к этой благодати Божьей. Не знаю, но я вот замечаю, что как-то оно, я понимаю, что в Боге нет времени. Да само время — это творение Бога. Но мы живем во временном измерении, там, и в разные периоды времени есть разные переживания у нас, да, определенные какие-то мысли возникают. Все, вот именно в утреннем времени больше как раз для такой молитвы, благодарения Бога, переживания Бога. Вот, и это прекрасное обновление в Духе Святом, в Божьем Духе. Так что, друзья, вот, в таком пасхальном обновлении пусть благодать и милость, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, умножится. Спасибо, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благословляю вас всех, друзья, дорогие друзья. Вот уже солнце встает, уже совсем другое состояние природы, вообще другое. Удивительно. Предрассветное, рассветное, вот, отличается очень сильно от раннего утра. И вот сейчас... Пусть Бог благословит. Завтра в 6 утра подключайтесь на утреннюю молитву. Вот, я думаю, что попробую, может быть, даже здесь, в парке Киото, включить трансляцию. Попробую. Посмотрим, как получится. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благословляю вас всех, братья, сестры, дорогие друзья. Вот. Благословляю Украину, благословляю Киев. Благословляю все страны нашей истрадавшейся планеты. Вот. А наипаче, конечно, благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Вот, кстати, там через дорогу там институт картографии, геодезии, да, там карты разные продают. Я сегодня хочу зайти. У них не было карты Израиля, вот, но, надеюсь, сегодня будет. Очень хочу большую карту Израиля, вот, купить. Молюсь за Израиль, за Иерусалим. Вот, и... Это, думаю, ну, это и по Слову Божьему, конечно, да, но это и от сердца, от души, от изнутри. Раз Христос Иисус живет в нас, то действительно это так совершается. Аллилуйя. Естественно, как бы это все само собой, как бы изнутри происходит. Да, друзья, благословляю вас всех, возлюбленные братики, сестрички, дочечки, сыночки небесного нашего папочки. Радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь, радуйтесь и веселитесь.